Я снова опаздываю с работы. Здорово, я решил тебе показаться. Чего? Чуба-дуба-дуба-пада-папа. Е-е-кря. Начальник, выпустите меня отсюда! Меня снова решил закрыть маньячина. Нужно выбираться отсюда. Нужно. Меня снова закрыл маньяк, но то-то он даже не знал, что такие, как я, не сдаются с первого раза. И со второго тоже, я ведь в конце концов в школе был на 3, 4, 5, 10 лет. Неправда, если что. В общем, я продолжаю сегодня знать, что сегодня 14 декабря. Я сегодня продолжаю играть в игру под названием «Метель», потому что она вам понравилась, а мне нравится то, что нравится вам. Поэтому мы сегодня снова продолжаем. Я примерно помню, что мне надо делать. Прекрасная русская зима. Ну или август. Русский. Скоро, мне кажется, и такое будет. Ну да, у нас же недавно снег был. В общем, первая задача наша с тобой — это почитать записку. Меня зовут Макс. Здорово, Макс. Меня зовут не Макс. Поэтому мне повезло. Мне нужно взять молоток. Берем молоток в руки. Хорошо. Дальше. Молотком мы делаем что? Молотком мы делаем... Кто это там шумит? Это твоя мать шумит, да я козел тупой! Подожди. Закрыто, да? Закрыто. Нет, точно закрыто? Точно закрыто. Я никто не вылезал, я никуда не вылезал. Вот, все, спим, не паримся. Продолжаем. Сегодня мы с тобой пытаться сбежать. Я не знаю точно, как сбежать, потому что сильно много ваших советов я не читал. Здорово, Михаил! Так, погоди-ка. Не погожу. Хотя ладно, покажу, мне все равно деваться некуда. А, годим. Ну, сидим. Вроде все на месте. Сидим, годим. Все, да, все на месте, ничего не своровано. Тебе показалось, наверное, ветер. Наверное, ветерок. Ветерок разбил вот эту штуку. Он даже не знает, что у меня не Квинди. Вот это мы с тобой используем, это я знаю. Эту часть загадки мы с тобой разгадали. Херак-херак, я это взломал. Так, значит, у нас с тобой есть изолента. Изолента — это прекрасно. Изолентой мы можем это починить. Я знаю пароль, потому что я читал записки. Я читал записки предыдущего человека, который жил здесь. Хоть это было и трудно, но я знаю, что пароль 1987. Но меня это не волнует, потому что кто сдох, тот лох. Так, давай, короче, пароль открываем. Выключена. Теперь включена. 1987. Войти. Спасибо тебе, предыдущий человек, который жил здесь. Ух, бля, как холодно-то. Когда ж включат-то сюда отопление? Дверь открыли? Хорошо. Значит, у нас есть пила. Пила, я не пила. Так, значит, берем вот это. Берем деревяшку. Дверной засов. Дверным засовом мы закроем. Ну, на всякий случай закроем. Если вдруг наш маньяк захочет в гости к нам прийти, он не захочет к нам в гости прийти. А вот эту штуку нам надо с тобой вскрыть. Я не очень понимаю, как, но у меня есть предположение. У меня есть бигбрейновое предположение. Где-то здесь мы нашли какую-то спичку, свечку, палочку, хералочку. Что-то мы тут с тобой, короче, нашли. Я не помню где, я не помню что. Да, рычаг. Я думал, что этот рычаг — это бусинка такая, знаешь, которой можно, короче говоря, себе зашивать, что угодно зашивать, что тебе там нужно зашить. Рот зашей, ну зашей. Оказывается, это здоровенная хрень, которой можно всякие штуки отключивать. Так, гаечный ключ. Гаечным ключом, по идее, я могу, правильно, вот эти вот штуки отковыривать. Правильно, болты поддаются. Так, тихо. Ой, как громко. Я надеюсь, что... Да. Как хорошо, что у маньячины с ушами проблемы. По-моему, он пытался дверь открыть. Ну, раз он не кричит, не верещит, значит, все хорошо. А камешки я могу как-нибудь руками? Хрупкая кирпичная кладка. Ну, хрупкая — это хорошо, хрупкая — это значит ломаемая. Мне зачем-то нужна пила. Так, ну здесь все, мои идеи закончились. Я думал, что я вот этот как-нибудь скрою, мне в голову дальше что-нибудь придет. А мне что-то как-то не приходит. Я тебе говорю, нужно крепкую цепочку пилой-то распилить. Оно должно быть легко. Это ж крепкая цепочка, а пила-то еще крепче. Жалко, что у меня, кстати говоря, забрали. Хотя нет, наверное, это полезно, что у меня забрали гаечный ключ, потому что иначе бы мы с тобой думали, что делать. Может, разобьешь. Я знаю, что делать. А, нет, не знаю, что делать. Я думал, что я знаю, что... А может быть, я вот это накручу себе на руку, и рукой я проломаю сейчас стену? Подуй на нее, я не знаю. У нас в общаге хватало для того, чтобы сломали стены, просто подуть на нее. Неудачно встать рукой, и стена уже... А потом вахтерша прибегала и такая... Ах вы суки!
И вахтерша врубала режим берсерка просто как. Потому у нас так было. А потом преподы приходили, тоже врубали режим берсерк. У нас все врубали режим берсерк. Берсерк, забавное слово. Это мы попроебали, ты посмотри-ка. Кусачки. Блин, ну а вот как я должен был вот это вот заметить? А, что это тут за кувшин стоит? А, так, давай, вот этот. Хорошо. Тут у нас пусть будет кувалда. Часть кирки А. Ну, часть кирки А это сюда. Мы с тобой кирку же должны сделать. Кирку мы с тобой должны запилить. Киркой мы с тобой, скорее всего, свалим. Вот эта тогда штука должна быть сломана. Рукоятка, прибитая скобами к стене. Ну, у нас с тобой кончаются варианты, что мы с тобой вообще можем использовать. Нам надо как-то скобы отковырять. А скобы... Не, я пилой не могу отковырять. Вот эти штуки я могу как-нибудь вытащить, может быть. Пилой или вот этим. Ну, крышка унитаза, прикрученная болтиками. Ну, для болтиков нужно что-то вроде... щупалец. Возможно, если ты осьминожка. Или что-нибудь такое. Так, ну это вся... Это все кислота. Кислота едкая, кислота, вот как Пепси просто. Выпил, и потом внутри тебя все. И все больно. А может быть, вот эта хрень? Я думал, что я что-то угадал. Так, а вот эту штуку мы, кстати говоря, закрыть не можем, да? Но будем надеяться, что он сюда не зайдет. Веревка мне не нужна. Может быть, у нас тогда под потолком что-нибудь полезное, удобное, прекрасное, хорошее. Слушай, вообще, мне кажется, вот этой штукой можно уже ломать. Типа, вместо кирки использовать себя. Ты же можешь вместо кирки использовать себя. О, земля! Нет, не земля. Не, ну лифт нам открывать пока прям очень рано. Лифт точно рано открывать. Так, 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 так. Ну тут мои 500 тысяч IQ имеют уже проблемы. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Кто тупой? Кто тупой? Ты кого тупым назвал, э? Смотри, отвертка. Так, ну отвертка это явно сюда. Ага, ага. Крышка унитаза уже не прикру... Ого, ага. Гвоздодер! Гвоздодер! Звучит! Звучит! Гвоздодер! Что ты делаешь дома? Гвоздодер! Отдираю гвозди. Я пришел сюда отдирать гвозди. И сучек. Как видишь, гвозди я отдер. Так, а где гвозди? Какие гвозди я должен тут отдирать? Где гвозди, что я должен... Скоба. А, подожди, а я не могу гвоздодером скоба отдирать? Могу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Главное, чтобы не упало. Главное, чтобы не упало. Главное, чтобы оно в руках стояло. Так, ну сейчас по-любому дед придет. Давай мы сразу все закроем. Потому что, мне кажется, маньячина сейчас придет. Этот Педросович сейчас придет и нас с тобой будет пытаться убить. Как бы дед придет, порядок не идет. Ну, давай тогда, хорошо. Твою же мать. Что это за шум? Да ты закрыть-то не хочешь, нет? Тебе показалось. Нужно быстрее вернуться в клетку. Ага. Да, дверь-то открыта, а дверь-то закрыта, ты не хочешь? О, дверь закрыта, дверь закрыта, дверь закрыта, дверь закрыть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, войти. Дверь. Закрыть. Все-в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 се. Закрывай! Да! Да! Куда? Так, погоди-ка. Не гожу. Шо, вот это сейчас задохнешься, носок себе на голову надел, все, думаешь, напялил весь мир, весь кто мир напялил. Кто трогал календарь? О, календарь. Нет, нет, календарь. А, да, и все, и все. Ну ты, конечно, тупица. Открыли, вскрыли, погнали. Блин, я забыл про календарь. Ну, календарь тогда не трогаем, все. Календарь оставили в покое. Так, скобы для засова закрыли. Вот это вот у нас с тобой включено. Надо включить обратно. Открыть. Дверь открыта. Хорошо. Пошли смотреть, что у нас там. Потому что мы с тобой взломали. Ну, это, конечно, было громко. Это было, конечно, громко. Но я надеюсь, что это того стоит. Лифт. Лифт. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-лифт. Так, ну подожди, если я сейчас лифт использую, то... А я могу это спилить просто? Не, вообще, мне кажется, здесь можно просто слезть. Ну просто вот. На эту хрень залезу, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, и ушел. И никаких, по идее, проблем. Ладно, нам пора врубать лифт тогда. Так, ну шо, тогда нам пора как бы активировать... Что это такое? Специальный рычаг. Да больше похож на какой-то леденец. Что, этому дядьке надо пососать? Так, ладно. Мы с тобой вроде бы все сделали. Осталось активировать лифт. Лифт сюда поедет, мы на лифте уедем.
И по-хорошему, наверное, это уже конец. А может быть, да, а может быть, нет. Так, закрыли, хорошо. Ну все, давай, поехали. Поехали, поехали. А войти? А лифт? А включить? А нет питания. Ну вот что в смысле? Так вот так. Войти. Войти. Куда я еду? Я куда-то еду. Ладно, лифт. Куда я еду? А, понял. Лифт включен. Все. Какого черта? Ты что, блядь, орешь мне на ухо? Так, 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 так. Дверь закрыта. Дверь закрыта, он без... я в безопасности. Давай, 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 быстрее, лифт. Быстрее, лифт, родименький. Родименький, быстрее. Давай я опилю. Опилю. Не, не могу опилить. Жалко. Я бы хотел поднасрать игре. Да давай ты быстрее. О, нет, походу жопа. Это походу жопа. 5 секунд. Давай быстрее. Давай, давай, быстрее. Я вот тебе точно говорю. Быстрее. Чё, кирка? Зачем мне кирка? Шахтеры. Мы с тобой теперь шахтеры. Мы с тобой теперь шахтеры. Да хера мы шахтеры. Чё это такое? О, специальный рычаг. Пошел. Лови. Ха-ха-ха. И все, по идее, ничего теперь не сделаем. Вскрыл дверь. Я хочу посмотреть попался. На него. Попался! Попался, да. Ой, поймал ты меня. У-у-у, как поймал. Поймал, шансов нету. Что ж делать-то теперь? Ой, что ж делать-то теперь? Ёпта. В смысле? В смысле? Так, ладно, нормально вылез. Все, хорошо, нормально. Просто показалось. Случилось такое, бывает. В смысле? Может, подгрузиться должны? Не понял. Ну и вот, типа, я сбежал. Свобода! Там пришельцы со мной пытаются связаться. Ладно, ребят, пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Я знаю, что тут можно как-то иначе полностью правильно пройти, но я пока не знаю, как именно. Но мы с тобой в этом разберемся. А пока на этом все. Я продолжаю сидеть в клетке у маньяка, который думает, что он может меня удержать, но... Дебилушка. Он не понимает, что это не я сижу в клетке. Это он сидит в своей клетке. А я... всегда был свободен. На этом все. Подписывайся на канал. Пока. До скорого. Удачи.